Сегодня я покажу, как создавать дистанции в АКАД-10. Вот АКАД-10. Вот мы имеем такую карту. Ну, пускай будет спринтерская. Значит, создаем новый файл. Нажимаем сюда, либо файл New. Ставим галочку вот сюда, вот. Source, Course Setting for Orienteering. Выбираем. Ну, допустим, 40-й масштаб, спринтерские знаки, нажимаем ОК, создается новый файл. Значит, теперь нам надо загрузить сюда подложку, саму карту. Она загружается вот здесь, Background Map Open. Но, прежде чем загружать подложку, нужно убедиться, что файл самой карты имеет такой же самый масштаб, как и файл дистанции. Чтобы посмотреть, какой файл дистанции, заходим сюда, Map, и Scale and Coordinate System. Масштаб нашей карты 4000. Окей. Теперь выбираем сам файл карты, вот этот. Так же само смотрим масштаб 4000. Все, если они совпадают, мы спокойно загружаем подложку. Если же они не совпадают, то в файле дистанции надо изменить масштаб. Он меняется вот здесь. Допустим, если он у нас был 7500, нажимаем, выбираем 4000, нажимаем ОК. Все, теперь мы загружаем саму подложку карты. Background Map Open. Вот наша карта. Открыть. Карта загрузилась. Нажимаем этот значок, и вся карта вместится у вас на экран. Теперь мы уже определились, например, с местом старта. Пускай оно будет у нас. Ну, пускай будет здесь. Вот, выбираем старт. Клацаем правой клавишей по экрану, выбираем Point Object. Вот, ставим треугольник там, где у нас будет непосредственно начало ориентирования. Ну, пускай оно будет вот здесь вот, в конце моста. Вот это название, код КП, нажимаем ОК. Вот пункт К есть. Дальше нам надо расставить сами контрольные пункты. Это вот этот знак, кружочек. Выбираем, вот первое КП у нас может быть здесь. Окей, код 31 сразу присваивает по порядку. Второе КП у нас может быть вот здесь. Если нужно, этот код можно сразу поменять. Здесь, допустим, 36. Окей, второе КП. Третье КП. Контрольный пункт. Пускай будет разворотный вот здесь. Можно опять вернуться вот к самому мелкому номеру. Раз. Есть следующий пункт. Пускай будет вот здесь. Дальше. Пускай будет здесь. И пускай сотое КП. Ну, пускай еще вот здесь одно КП. И вот здесь вот где-то сотое КП. Вот. Поставим сотое. И сам финиш. Финиш у нас вот здесь. Дальше, если есть маркировка от сотого КП финишу, вот ее можно поставить. Выбираем вот этот знак и ведем от сотого КП финишу. Вот, оно у нас присваивает код М1. Нажимаем ОК. Можно приблизить.
Немного подправить, чтобы было красиво. Все, ВКП мы накидали. Теперь переходим к самой дистанции. Дистанция создается у нас вот здесь. Курс. Нажимаем курс с дистанцией. Нажимаем Add, создать, и вписываем название самой дистанции. Допустим, M21 элита. Так, вот это общая длина. Это, точнее, не длина, это общий набор высоты. Его можно вписывать вручную вот здесь. Здесь он считается сам, но об этом попозже. Тут можно вписать его, предварительно посчитав по карте, но пускай будет 50 метров. Вот. А вот это вот графа, сколько неучтенных, так сказать, неучтенное расстояние, допустим, до пункта К, может быть, у нас еще там 50 метров. Точнее, 50 метров вот так будет. Вот. Normal курс, это имеется в виду нормальная дистанция. Это эстафета. Это эстафета одного участника. Рассеивание делать тоже потом покажу. Все, создали дистанцию, нажали ОК. Теперь, чтобы нам вписать пункты в дистанцию, нужно ее выбрать. Выбирается она вот здесь. Курс мы выбираем. Это All Control, все пункты. Вот мы выбираем нашу дистанцию. Вот в этом поле обозначаются все контрольные пункты. Чтобы сюда их внести, надо либо клацнуть по самому пункту два раза. Вот так. Вот он появился. Либо можно вот здесь сразу клацнуть два раза. Вот первое. Потом вот это у нас второе. Что-то сбилось как. Вот тут оно стояло. Это непонятная ошибка. Ну, как 10 он немного глючит, потому что ломаный. Одно КП поставить, чтобы было красиво. Разворотная здесь, например. Чтобы вставить вот КП, например, между этими, вот это КП 34, это 33, сюда ставим курсор, нажимаем и добавляем КП. Вот так. Следующее это сотое. Потом, если нам нужна маркировка, мы также само два раза клацаем по маркировке и финиш. Вот длина считается сама, набор высоты мы ввели вручную. Вот если нажать Print View, дистанцию видно. Еще подвинем сюда. Вот видно нашу дистанцию. Вот так она создается. Теперь, чтобы нам поставить легенду, вот это знак легенды, такой уголочек. Выбираем его, ставим сюда, нажимаем ОК. Раз, легенда есть у нас. Чтобы вот здесь вот появилась сама легенда. Уже чуть-чуть набрал. Значит, вот выбираем старт. Здесь выбираем легенду. Мост. Северо-восточное окончание. Следующее, 31. Приближаем, чтобы видеть его лучше. Вот, допустим. Здесь оно стоит.
опорная стена. Угол такой-то. Вот это. Дальше 32. Дом. Угол. Ну и так далее. Заполняете. Маркировка это, значит, улавливающий коридор может быть. Либо его нет, на финише нет легенды. Все, вот теперь смотрим, вот легенда появляется. Что еще? Вот, в принципе, основы, так сказать, создания дистанции. Возникают вопросы? Пишите в комментах, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.